В День защиты детей в городе прошла массовая зарядка среди тех, кто принял участие в этом спортивном мероприятии, глава администрации города Жанна Белоцкая. Мероприятие организаторы приурочили к году народосбережения на Ямале. Всего на утреннюю разминку пришли около сотни жителей города и взрослые, и дети. Ну а после зарядки подростки состязались в соревнованиях, победители которых получили денежные призы.